не знаешь, где черпать вдохновение и идеи для хендмейда, мы подготовили для тебя целое множество практических советов. Сегодня мы покажем несколько простых способов, как сделать на подарок романтический альбом. Для первого альбома возьмем цветной картон и бумагу. Бумагу с разнообразным цветочным принтом, кольца для скрапбукинга. На плотной розовой бумаге или картоне отмечаем середину и рисуем большое сердце. Вырезаем по контуру. Собираем основу альбома. На лист голубого картона кладем рядом два небольших картонных листа близких оттенков темно-красного. Сердце будет лицевой стороной альбома. Дыроколом делаем отверстие для колец. Приступим к оформлению. К нижней части сердца приклеиваем бумагу с серым цветочным рисунком, используя клей ПВА. Обрезаем по контуру. Можно добавить ярлычок с пожеланием или высказыванием. Нижняя часть основы будет видна, ее тоже оформляем. Для этого выбираем бумагу с ярким узором. Теперь украшаем темно-красные листы, которые будем использовать в качестве ярлычков. Продолжая выбранный стиль оформления, декорируем ярлыки по низу бумагой с цветочным орнаментом. Страницы нашего романтического альбома сделаем разноцветными. Выравниваем листы и пробиваем их дыроколом. Можно одевать кольца. Начинаем снизу. Вначале нанизываем страницы. Затем продеваем ярлычки. И в последнюю очередь добавляем сердце. Закрываем кольца. Альбом получился не только нарядным, но и очень удобным, так как в него всегда можно добавить новые страницы или заметки. Для второй идеи приготовим цветную бумагу, крафт и картон. Состаренную бумагу с цветочным принтом, ярлычки. Возьмем темно-коричневый прямоугольный картон длиной 29,5 см. Отметим по линейке две центральные точки 14 и 15 см. Отмечаем по обеим сторонам, чтобы было ровно. Продавливаем линии по меткам, не пишущей ручкой или другим подходящим предметом. Теперь можно сложить лист. Обложка для альбома готова. Страницы альбома сделаем из коричневой крафт-бумаги на несколько тонов светлее. Мы взяли листы по размеру чуть меньше обложки и заранее сложили их пополам. Склеиваем поочередно все листы. Мы используем канцелярский клей, но можно пользоваться клеем ПВА. Собираем все листы в один блок. И, наконец, приклеиваем страницы к обложке. Приступаем к оформлению. Для фона возьмем состаренную бумагу с неброским цветочным принтом. Можно дополнить обложку, создав простой коллаж. Начнем с яркого лилового пятна. Дополним его какой-нибудь необычной деталью. В нашем случае это сюрреалистическое изображение часов с крыльями бабочки. Добавим ярлычок и сердечко внутрь. У нас получился стильный винтажный альбом, который можно использовать как блокнот для заметок или зарисовок. Такие интересные романтические альбомы, безусловно, настроят на творческий лад и не оставят получателя равнодушным. В сегодняшнем мастер-классе мы покажем, как можно оформить открытки для близких людей. Иногда нужно поздравить кого-то из ваших друзей всей компанией. Для этого понадобится открытка, чтобы вложить несколько поздравлений. Такую и сделаем. Нам понадобится маленький конверт, будем использовать его как шаблон. Кладем конверт на обратную сторону бумаги с принтом. Обводим контур карандашом. Вырезаем. Нам нужно несколько заготовок, бумага может быть с разным узором. Теперь нужно продавить линии сгиба. Это можно сделать чем-то не слишком острым, например, не пишущей ручкой под линейку. Можно загибать. С остальными заготовками делаем то же самое. Склеиваем конверт клеем ПВА. И остальные тоже. Конверты будем крепить на вспененный двусторонний скотч. Тег зафиксируем с помощью клея ПВА.
добавим несколько декоративных элементов. В конверты вложим ярлычки. Если вы хотите сделать коллективное поздравление, лучшего решения не найти. Каждый может написать несколько теплых слов на одном из ярлычков и вложить его в отдельный конверт. Для следующей открытки вначале нарисуем облака разного размера. Можно использовать белый или бежевый картон. Вырезаем. С помощью вспененного скотча прикрепим облака к фону из скрап-бумаги с неярким рисунком. В нижней части разместим ярлык. Далее нам понадобится плотная нить, и ее мы зафиксируем с двух сторон универсальным клеем. Сделаем небольшое сердечко из красного картона. На обратную сторону основного фона крепим двусторонний скотч. Прикрепим его к картонной основе. Внутрь вклеиваем лист для пожеланий. И последняя деталь – сердечко подвесим на веревочку с помощью декоративной прищепки. Пусть этот веселый велосипед доставит самое теплое пожелание адресату. Теперь сделаем открытку с объемным почтовым ящиком для любовных писем. На полосе бумаги шириной примерно 7-8 см отметим 5,5 см и еще 2,5. По намеченным точкам продавливаем линии сгиба. Складываем ящик. Наносим клей по короткой стороне, загибаем длинную и приклеиваем, формируя полукруглый верх ящика. Срезаем лишнее. Заднюю стенку ящика сделаем из еще одного отрезка из бумаги. Обводим торец. Добавим детали, которые будут держать стенку. Продавливаем линии сгиба. Наносим клей и крепим стенку. Поправляем форму. Нарисуем флажок, который напоминает о наличии писем. Добавим тематический тег и флажок. Теперь сделаем основу открытки. На картон наклеиваем небесный фон, бумагу с соответствующим принтом. Полоски темного картона послужат подставкой для ящика. Фиксируем ящик на подставке. Украсим флажок жемчужинкой. Вкладываем внутрь конверты и открытки. Добавим декоративных элементов и лист для пожеланий. Почта доставлена. Замечательная объемная открытка с почтовым ящиком, полным любовной корреспонденции, говорит сама за себя. Для следующей открытки возьмем бумагу с принтом и с обратной стороны нарисуем сердце. Вырезаем его ножом. Для этого не забудьте подложить деревянную доску. На красном картоне пишем слово «Love». Буквы не должны быть очень тонкими, чтобы они не разорвались. Вырезаем каждую букву, здесь удобнее пользоваться ножницами. Сделаем небольшое красное сердечко. Используем его в качестве шаблона. Нам нужно несколько одинаковых сердечек. Оформим открытку лентами, крепим их универсальным клеем. Срезаем лишнее, из остатков ленты завязываем бант. Фиксируем его универсальным клеем. Крепим сердечки на вспененный скотч и размещаем их по низу открытки. На картонную основу приклеиваем светлый основной фон. На заднюю часть центрального элемента с вырезанным сердцем крепим вспененный скотч. Прикрепляем его на основу. Приклеиваем слово «Love» по центру сердца. Можно добавить еще парочку декоративных элементов и лист для пожеланий. Такая сердечная открытка лучше всяких слов выразит ваши чувства. Теперь сделаем открытку для близкого друга. На голубую картонную основу наклеиваем фон, бумагу с неброским принтом. Нижнюю часть оформляем бумагой в тон со звездочками. Сделаем фон сложнее, добавив бумагу с узором в середину. На черной бумаге нарисуем очки, это несложно. Вначале наметим прямоугольник, разделим его пополам. Сверху и снизу посередине отметим переносие. Скругляем оправу и обозначаем линзы. Вырезаем. Линзы будут белые. Чтобы они были одинаковые, сначала сделаем одну.
Теперь используем ее как шаблон, чтобы сделать вторую. Наклеиваем на очки. Сами очки прикрепляем к основе на двусторонний вспененный скотч. Добавим ярлычок. Внутрь вклеиваем лист для пожеланий. Эта открытка будет особенно к месту, если ваш друг носит очки. Или, может, он поклонник шпионских романов? Тогда просто оставьте очки черными. Для следующей открытки возьмем картон с тиснением и наклеим в нижней части тонкую ленту нежного розового оттенка. Используем универсальный клей. Концы ленты загибаем на другую сторону, так аккуратнее. Прикрепляем подготовленный элемент в качестве фона на синюю основу. Используем клей ПВА. Квадратный белый лист клеим на синий картон чуть большего формата. Приклеиваем эту деталь по центру открытки. Сделаем шаблон сердечка. Обводим его на бумаге с разным принтом, чтобы получилось три элемента. Вырезаем. Готовое сердечко обводим на однотонной бумаге на пару миллиметров дальше контура, чтобы получить такую же деталь, но побольше. Сделаем три таких фоновых сердечка. Приклеиваем меньшие сердца на большие. Одну деталь прикрепляем по центру клеем ПВА. Остальные приклеиваем к основе с помощью вспененного скотча. Можно немного перекрыть одно сердце другим. Из ленты завязываем бантик. Прикрепляем его универсальным клеем. Добавим декоративные элементы и лист для пожеланий внутрь. Сердце – символ любви. А когда их много и они разные, это может обозначить многогранность вашего чувства. Вашему другу будет приятно получить эту чудную открытку. А теперь давайте сделаем открытку веерами. На сложенной пополам картонной основе рисуем горшок для цветов. В верхней части оставляем прямоугольник. Чтобы было аккуратнее, вырезаем горшок сначала на верхней части. Затем обводим вазу, дублируя изображение на второй части открытки. И вырезаем форму на второй половине. С фронтальной части срезаем верхний прямоугольник. Нижнюю часть горшка задекорируем бумагой с принтом. Для этого обводим ее и вырезаем. Фиксируем клеем ПВА. Углы можно закруглить. Сделаем маленькие цветочки из цветной бумаги. Украсим вазон шелковой нитью. Крепим ее универсальным клеем. Теперь приклеиваем цветочки. Из зеленой бумаги сделаем листики. Приклеиваем рядом с цветочками. Приступаем к основным цветам. Они будут объемные и в несколько слоев. Сначала рисуем нижний, основной слой. Лепестки в нем будут самыми большими. Все остальные лепестки будут постепенно уменьшаться в размере. Каждый раз будем использовать бумагу другого цвета. Начинаем собирать цветок. Используем клей ПВА. Давайте теперь сделаем лист для пожеланий. Белый лист наклеим на зеленый фон и добавим тег. Вклеиваем его внутрь открытки. Цветочки размещаем сверху. Добавляем листики. Вклеиваем полужемчуг в серединку каждого цветка. Подвернем лепестки, чтобы цветок стал объемным. Готовы? Такой букет долго будет цвести и радовать постоянно. Такие романтические открытки можно использовать и как коллективное, и как индивидуальное поздравление с днем рождения или другим знаменательным событием. А можно подарить друг другу просто так. Сегодня мы своими руками сделаем романтический альбом для фотографий в технике декупаж. Задекорируем фотоальбом старыми газетами. Чтобы не испачкать странички фотоальбома, завернем их в начале и в конце в пластиковый файл. Середину закрывать не нужно.
мы подготовили смесь воды, клея ПВА и белой водоэмульсионной краски в пропорции 8 к 3 к 1. Поместили в нее небольшие кусочки газет и дали смеси постоять несколько минут. Достаем кусочки газет, убираем лишнюю жидкость. Оклеиваем газеты обложку фотоальбома. Ровный край газеты должен заходить на обратную сторону обложки параллельно краю. Осторожно разглаживаем. Также приклеиваем следующие кусочки. Покрываем равномерно всю поверхность в один слой. Даем высохнуть. Переходим к декупажу. Используем салфетку с изображением Эйфелевой башни. Фон салфетки должен быть светлым. Вырезаем нужный участок ножницами как можно ближе к контуру. Намечаем место по центру, где будет наше изображение. Срезаем то, что не помещается на обложке. Необходимо снять лишние слои салфетки, оставив только верхний. Тщательно покрываем клеем обложку при помощи мягкой кисти. Помещаем салфетку в намеченном месте, осторожно разглаживаем. Стараясь не повредить салфетку, движениями от середины изображения к краям наносим клей. Слой клея должен покрывать всю салфетку. Когда клей высохнет, декорируем обратную сторону обложки романтическими стихами. Вырезаем их из той же салфетки. Удаляем лишние слои. Размещаем стихи и завитки для украшения. Хорошо промазываем клеем обложку. Укладываем изображение на свои места. Сверху осторожно промазываем клеем. Даем высохнуть. Футляр декорирован в той же технике. Добавим альбому черты ретро. Нанесем на него акриловый лак цвета слоновой кости. Он придаст фону слегка молочный винтажный оттенок. Также покрываем лаком альбом. Даем высохнуть. Чтобы работа не выглядела бледно, добавим цветовой акцент в виде тонкой красной ленты. Приклеиваем по низу футляра. Отрезаем лишнее. Прикрепляем второй кусочек ленты со свободным концом для банта. Фиксируем ленту на две другие стороны футляра. Вклеиваем конец внутрь. Завязываем бант. Фиксируем клеем, хорошо прижимаем. Наш нарядный фотоальбом «Париж» в романтическом ретро-стиле сохранит лучшие моменты вашей жизни. Он станет достойным украшением книжной полки или прекрасным подарком близкому другу. В сегодняшнем видео мы покажем, как сделать романтическую подвеску-замок в технике декупаж. Нам понадобится салфетка для декупажа, бечевка, деревянная заготовка в виде подвесного замка, лента, белая акриловая краска, лак по дереву, клей ПВА, термоклеевой пистолет. Возьмем деревянную основу в виде замка и аккуратно загрунтуем с обеих сторон при помощи губки. Берем салфетку для декупажа и снимаем два нижних слоя, оставляя только верхний с картинкой. Примерим рисунок к заготовке. Отрываем нужный фрагмент салфетки. И еще один для другой стороны. Разводим клей ПВА с водой в пропорции 1 к 1. Прикрепляем салфетку к основе. Наносим клеевую смесь поверх салфетки кисточкой. Осторожно промакиваем губкой или тканевым лоскутом, чтобы избавиться от пузырьков и неровностей. Лишнее аккуратно отрываем. Наносим еще один слой клея с водой. Оформляем замочную скважину с помощью кисти. Также декорируем другую сторону.
Наносим коричневую акриловую краску на губку и начинаем состаривать подвеску со всех сторон. Лаком полностью покрываем изделие. Возьмем ленту и завяжем бантик. Приклеим его в середину с помощью термоклеевого пистолета. Бечевку продеваем в отверстие и завязываем узелок. Оставляем до полного высыхания. Подвеска-замочек готова! Эта очаровательная безделушка добавит романтики в ваш интерьер. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал и смотрите новые проекты изготовления элементов декора в технике декупаж.